этом видео, дорогие друзья, мы сыграем против Кента Апака и Джентльмена! Конечно же, я, Люсик, со мной будет какой-то рандом, я его вообще не знаю, мне кажется, что это вообще чита, короче, посмотрим, что из этого выйдет, погнали к видосику, лайк, подписочка на канал, погнали! Ребятки, ну и перед тем, как начать, естественно, чуть-чуть вот немного такой рекламки, не перематывайте. Все вы знаете, наверное, игру Warface. Warface — это популярный бесплатный онлайн-шутер от первого лица. В игре у нас отличная графика, более 10 тактических PvP-режимов и 11 сюжетных спецопераций. Также в игре есть свыше 60 игровых карт, огромный арсенал из более чем 160 видов оружия, кастомизация внешности и оружие по типу игры. Думаю, не стоит долго про Warface рассказывать, ссылочка, естественно, есть в описании. Переходите, играйте со мной, забирайте крутые бесплатные бонусы на 14 дней. Они очень привлекательны на самом деле. Сразу будете всех выносить и тащить. Удачи, а мы сейчас к видосику. Я вообще действительно не понимаю, что происходило на этом стриме у Кента, но какой-то читер, то ли не читер, то ли я не знаю. Короче, ребят, напишите в комментариях вообще, видите ли вы там читы у него, или это действительно просто хороший игрок, который... зашел на другой свой аккаунт, но, судя по стриму, Кентухи вроде можно сказать все-таки, что это читак. Вот, поэтому, если это так, если вы считаете, что это так, и его нужно забанить, то кидайте репорты, вот, пишите в комментариях, сделаем это. В общем, мы с ним играем на 1000 рублей или на 1000 голды против Кентухи и против Джентльменчика. Будем смотреть, что же вышло из этой дуэли. Как же сдолбали те типы, которые играют на своих вонючих Сиоми, которые не могут закрыть. Как же я задрался своим Сиоми. Короче, мы играем против Saintsman, это Джентльмен, и получается против Кента АПК. Со мной какой-то типок, я не знаю, мне кажется, это читер, если честно. Потому что, ну вы видите, да, все, типа 8 часов. Я не знаю, ребят, я не знаю, честно, кто со мной вообще. Вот, но мне пофиг, мы в соло выиграем, просто мы в соло. Так, все, типок, погнали, я не знаю, кто ты, но я не верю в тебя. Оп, оп. Видел одного? Хорошо. Нанес урон. Да чувак, ну ты задрал! Играй давай! Давай, играй! Алло! Играй! Давайте быстрее, влетаю, пацаны, метро, вину, работаем! Убил фермера! Сын фермера, не мошнись тут! Вот этот тип, который из доната, он нормально шпит. Так, Кент остался. Слушайте, мы можем, в принципе, его тоже забрать. Я думаю, он в пленте сидит где-то. Попал! Да ладно! Кент! Да ты чё? Что такое, пацаны? Косарик рублей, готовим на базу! Ладно, ну зато фермера убили. Попробуем дигл, я не знаю, я не очень хорош дигла, но попробуем. Блин, у меня это... я без напальчников. Хорош! Капец, слушайте, он четко прям навелся. Интересно. Я не знаю, может реально читер со мной играет. Что? What the fuck? Чувак! Давай напишу. ВХ. Ну посмотрим, что ответит. Я демку скину, чел. Ладно, 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 хорошо. Окей. Окей. Он свет. А, это наш! Или не наш? Помойка ты! Фу! Главное выиграть. Главное выиграть. Хорошо, Савика пока тащим. Убили! Найс! Что-то джент вообще плохо играет. Слушайте, сын фермера что-то вообще плохо играет. Джентик, джентик, то что такое? Что? Что ты выкидываешь постоянно? Лучший. О-о! Спасибо, спасибо, братан. Слушай, мне реально кажется, что он с читами. Чекай, чтобы не саппортом не прыгнули. Забрал бота. Там еще один. Там же еще один снизу. Нет, фермер гребаный, я тебя ненавижу, джентльмен! Сейчас мы, ребята, им жопочку на деревом-то. Ой, хорошо, так мне нормально играю, пацаны. Вот когда меня лают синдов, я машина, играю в одну КД против легенд. Бросай флешку и улетаю на мужика. Просто мужика, пацаны. Я не стыкун. Попал, попал, попал. У него через хп. Бана попал. У него через хп, через хп. Надо просто забить. Так, паренечек. Минус один дал.
Может второй делать минус и делает минус второй. Ай-яй-яй, слушай, брат. Как ты задолбал с этими читами? Ты, конечно, софт, Ну я задолбал. Этот фрик уже развел меня 2000 голды, уже развел один раз. Теперь второй раз его старый аккаунт забанили за читы, создал новый аккаунт и опять начинает. То же самое. Как мне хрить с этих читеров вонючих? Где челы? Я понял. Ну шо, пацаны, шо вам сказать? Хэштег НЕПАНА! Бля, ну реально, найс сыграли, найс. Все красавчики, все красавчики, кроме фермера. Ну блин, мог бы получше играть, всего лишь играет в плюсовой КД, еле-еле выходит. Все, играем на фулл серьезке, все, собрались. Собрался, чел, все, собрался, нормально, все хорошо. Скол. Ой. Что это? Давай, оп. До свидания. Ну я тоже нормально шпилю вроде, да? Вот сейчас залетаю. Как? Просто как? Я реально не понимаю, что происходит. Кент! Ты стероидов объелся или что? Что вообще происходит? Ну дефьюзи. Не успеет. И мы взорвались. Понятно, спасибо тебе огромное. 4-4 счет, окей, ладно, ничего. Хорошо, придется играть с говна. Изи каточка, легчайше. Есть трындец, кабриновый план, но я знаю то, что он смотрит стрим. Просто трындец. Притворяемся обовином, короче, все. Обобусом, точнее. Меня уже ждут тут, типа, смотрит стрим по-любому. А, не страшно. Может, снизу пойдет? А где второй-то? Реально сзади обходит, наверное. Он снизу слева. Вот видишь, где я? Слева. О, я слышал его. Попал! Опа! А, у него М40 всего лишь. Чувак, у него М40. Найс, хорошо, попали. Чувак, моя ты умничка. Мой ты маленький, я тебя люблю. Играй по брейну, я тебя прошу. Бля, у него калаш. Хорош! Чё дал, папка? А, я с М40-то попал! По нему! Прям чуть-чуть не хватило. Если бы я попал последний раз. К нам вылетает, пушит. Тутип. Справа ждет нас. Опасно. Так, обходим отсюда. Я не знаю, он слышал, наверное, меня. Хотя он там так орет, что мне кажется, не слышно было вообще. Да и скажи, что у тебя нет радархака. 5-5 счет, слушайте, неплохо. Можно, в принципе, после этого раунда, если мы сейчас этот раунд выиграем, то, в принципе, брать АВМ, вот, и потом уже разносить, это будет, получается, 6-5. И потом два раунда, в принципе, с АВМки отыграть, и вообще нормально, хорошо выиграем. Я тебя ненавижу. Фу, чувак, чтоб ты постарался. Фу, блин, фермер, брат, вся надежда на тебя. Что, ты поменял оружие? Это М16, да, вроде? О, я спрыгнул случайно. Хана, как близко! Ненавижу. Убил! Найс! 6-5! Я подумал, вот когда первые пули летели, я подумал, ну все, типа, я сейчас не убью. Так, М-ку держи. Ой, давай, аккуратно, сейчас жди, сейчас ХЕ бросит, жди. Отходи. Нормально. Я только одного, по-моему, слышал сверху. Может, опять сзади, кстати, обходит. Да ты задрал! Ну почему ты со мной-то постоянно? Чепух, ты обоссанный! Почему ты со мной ходишь? Тиммейт, ты бесполезный! Минус один. Минус два! Блин, она пацаны, как обидно, вы даже не представляете. Так, вроде никого. Может, они, кстати, мидл идут? Не слышу вообще их. Тихо! Подожди! Второй, подожди! Тихо! Ой, хорош! Я забыл прицелиться! Я забыл прицелиться!
Да ладно. Давай посмотрим, что там кентуха. Что там кентуха-то? Все, по 500 голды с меня с тиммейта заработали винзип. Я тебе там голду, знаешь, когда? Напиши мне логин про этого старого аккаунта. Если его забанили за щиты, то тогда бы... Если забанили не за щиты, я смогу на него зайти без проблем. Слышишь меня? Просто напиши мне ВК, логин, пароль этого аккаунта. Прям сейчас. Это тип, который 100% читер. 100% читер. Его друг тоже 100% читер. В смысле? Я тебе дам, без проблем. Мне ты чё, охерел? Я читер! Мне не жалко. Напиши мне логин, пароль от твоего аккаунта, мне ВК. Всё, изи. Голдишка будет твоя! Да... Какой? Какой я читер? Меня обманул кентапука. Он обещал 500 голды. Он меня назвал читером, короче, и всё. И что делать? Ребят, ну напишите, не знаю, в комментариях, что мне делать-то теперь. Меня назвали, короче, читером сейчас. Мне отдали 500 голды. Да у него, конечно, физиономия сейчас. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, ладно. Пофиг на эти 500 голды, ну, читер так читер. Всем удачи, всем пока.